Мастер 110 за блокингу. И сегодня, как говорится, мы играем в Ягуарс. И сегодня я попытаюсь сделать крутую защиту в Ягуарс. Это просто не корт, а просто какая-нибудь защита. Пытаюсь. Как можно защитить базу как можно круче. Я выбрала специально крутую карту. Она, как скажем, очень крутая. Мне она нравится, потому что она плоская. Также не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. А мы погнали просмотру ролика. В общем, первое, что я думаю, нам нужно... Вот, я думаю, что первое. Здесь сделаю секретный проход. Да вот сейчас я сделаю небольшой секретный проходик. Внизу, то есть здесь мы так делаем тремя блоками, чтобы не было видно между секретными блоками. Так, вот. То есть три блока. Так, отлично. Теперь делаем вот так. Тоже три делаем. И закрываем. В общем, когда вот построили вот так три блока в ширину, дальше мы делаем вот тут, как скажем, так, вот тут мы делаем вот так проходики, чтобы нам не было видно, скажем, секреты прохода вообще никак не, никто не может подглянуть, что блоков мне не хватает. Вот так. Значит, вот так тоже делаем три ширину. И так, вот я коплю уже обсидиан. Подписчики мне помогают копить обсидиан. Так. Так делаем. И, ну и так до конца. Вот так строим. В общем, далее делаем вот такую защиту. Я уже много накопил, так что вот так делаем до конца большую обсидиан защиту, что наши враги испугались так немного, хотя испугаться. Ну вот, смотрите, делаю тут, тут. Так, три блока ширины. Вот тут я буду делать небольшую стенную защиту, так скажем, врагов тоже. В общем, теперь мы делаем небольшой секретный проход. Вот так поднимаемся. И вот тут строим небольшой, так скажем, лестницу вот так. И вот так у нас получится. Вот такая небольшая лесенка. И строимся. Так. И так будет типа секретный небольшой проход. И вот через эту штуку не будет видно. В общем, когда вы построите в центру, теперь видите. Если у вас разрушено там в какой-то команде яйцо, то посмотрите до туда, и там можно поселиться в школе. Потом надо закрыть проход. Но потом. Больше секреты проход тоже вот так делаем, закрываем, чтобы тоже может кто-то сюда случайно попасть. В общем, делаем вот так. Вообще, как видите, так все делаем. Видите, можно охранников здесь защищать свою базу. Вот они уже защищают. И все. Сейчас синие готовятся к нападению. В общем, как видите, первого убивают.
Вообще, про то, что какая-то проблема, синий не спамится. И теперь, в общем, вот такой формат получился, самая хорошая защита. Еще раз, во второй части я сделаю как-то покруче форт. И там нападут уже синие все разом, потому что вообще синие не хотят на нашу базу нападать. Видимо, не хотят. Так уж быть. Эх, видео ужасно получилось. Ну что, с вами был Василий, всем пока. Видите вторую часть. Вообще, ребятки, извиняюсь, я забыл. Чтобы еще улучшить, как сказать, свою, так скажем, крепость или форт, я рекомендую построить еще башню и одного лучника тоже поставить на нем, чтобы был на этой башне. Сейчас я покажу, как построить эту башню в Ягуар. Она строится очень легко, на самом деле. Вот такая башня получается, смотрите. Наверное, кто смотрел, кто меткий у меня было, на, скажем, серия. И там я тоже строил башни, тоже были красивые. Начинайте вот такую высокую башню оттуда, чтобы лучше защитить вашу базу. И вот так, видите, у нас уже тут этажи. Смотрите, у нас тут несколько этажей. Ну, тут всего лишь два этажа. Не можно стрелять, но вы можете еще построить еще выше. Смотрите, вот такая башня, вот, позовите лучника, и он помогать будет вам защищать ваш форт. Ну что ж, забыл здесь, всем пока, удачи и здоровья!